нами состав Ромы. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Передача. Бить можно и забивать. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Арбитр видел нарушение, но даст Роме закончить атаку. Хавьер Пастор. Рома начинает опасную атаку. Флоренци. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч.